Деревня Туголица. 1300 жителей, сельский клуб, два магазина и храм. Идея создания музея родилась у его настоятеля отца Федора более 20 лет назад. Будущие экспонаты приносили знакомые. С миру по нитке. Теперь выставка доступна каждому. Первые экспонаты – это изразцы 17 века, фрагменты горшков, глиняный подсвечник, тоже фрагмент. И вот это все хранилось у меня дома, в коробке. Главная реликвия – оловянный крестик времен Киевской Руси. Священный символ нашли под Шкловом. Рядом – настоящий клад медных монет Великого княжества Литовского, старопечатные книги, священнические облачения, старинные иконы и рукописи, россыпь предметов крестьянского быта. Этот сундук будто из сказки. По некоторым данным, его хозяином был белорусский поэт Павлюк Багрим. Внутри экспоната середины 19 века сохранились картинки из журналов европейской моды. Создать еще вот дворянский уголок. Нам с Бреста должны привезти шкаф-горку, дубовый шкаф, начала 20 века. Всего на 30 квадратных метрах разместилось порядка 300 экспонатов. Расписание работы выставки специфическое, с 11 до 3 дня. Тем не менее, здесь уже ждут гостей со всей страны. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.